Спонсор прогноза погоды – аптека.ру. Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. В четверг в Самарской области будет солнечно и без осадков. Температура воздуха в дневное время 0-3 градуса, ночью 0-2. Ветер западного, юго-западного направлений 4-6 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, днем 0 градусов, ночью -2. Ветер западный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти безоблачно, осадки не прогнозируются, днем -1, ночью также -1 градус. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре ясно, без осадков, днем -1 градус, ночью -2. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.